Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 383. Спешите, подчеркните синонимы, которые не только называют предмет, действие или признак, но и выражают наше отношение к ним. Составьте предложение с однородными членами, соединенными союзом А, используя два любых синонима. Разговор, болтовня. Высокий, долговязый. Букву О вставляем. Глаза, очи, перегнать, обскакать, медленный, черепаший. Мы должны подчеркнуть синонимы, которые называют не только предмет, действие или признак, но и выражают наше отношение к ним. Это слова болтовня, долговязый, очи, обскакать, черепаший. Составим предложение с однородными членами, которые соединены союзом А. Бабушка шла не просто медленным шагом, а черепашьим. У Кати папа не просто высокий, а долговязый. Это был уже не разговор, а настоящая болтовня. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.